Приветствую всех, меня зовут дядя Митя. И мы сейчас гуляем по ночному городу. И мы не могли пройти мимо одного замечательного фонтана. Поющий фонтан на Советской площади. Это просто сказочка такая. Люди тут бегают, купаются, прыгают, скачут. Довольно-таки весело все время проводят. И людей очень-очень много. Представляете? Все, конец. Коронавирус закончился. Ура! Да? Смотрите, какой фонтан сзади меня. Не, ну круто, круто. Смотрится, он поет, сверкает. И что-то дымок такой идет прикольный с него. Классно, красиво. Это сделали? Когда это сделали? Года три назад или два года назад? Нет, не в 18-м. Как дружить начинали, как раз да. Его открыли. Два года назад здесь прошла большая-пребольшая реконструкция этой площади. Здесь рядом находится концертный зал. Вот тут вот, дайте. Воронежский концертный зал. Сюда приезжают мировые звезды. Алла Пугачева, Филипп Киркоров, да и все самые популярные. Так что тут можно посмотреть. Блин, свет, это, фонтанчик закончился, а людей все прибавляется и прибавляется. Сегодня выходной день, сегодня суббота. А суббота это что значит? Праздник у всех. Вот так как. Не, красиво, красиво тут. Все. Вчера здесь были, здесь людей было много, но не столько. А сегодня здесь яблоку негде упасть. Да. Давай, мы еще тут... Главный фонтан. Главный фонтан мы пришли. Вот люди там бегают. Вода, ну, градусов 15 максимум тут, я не знаю, она очень холодная. Я бы, например, своего ребенка, наверное, не пустил бы все-таки здесь купаться, так как тут все равно бактерии всякие, палочки, ну, конечно, всякая вода. Всякая всячина. Ужас. А тут дети приходят в купальниках. Блин, ну где это видно, чтобы дети приходили в купальниках на фонтан, да? Вы где-нибудь такое видели? Города Воронежа, в самом центре, можно сказать, Воронежа, дети купаются, в прямом смысле этого слова, в фонтане. Да, ужас. Просто мы были в Сочи, там тоже есть поющий фонтан, конечно, большой чаши, но... Там никто даже не подумал залезть в эту чашу, чтобы искупаться. В Геленджике тоже есть такой же сухой фонтан, но да. Мы были там, и ни один человек не подумал, чтобы залезть и искупаться в этом да фонтане. Вот. А еще, что тут хорошо, то, что можно приходить с детьми. Здесь находятся спортплощадки разного формата. Все современное, все новенькое, все красивенькое. Можете также приходить сюда на пикничочек, посидеть на зеленой травке, поесть что-нибудь. Да в том же, я не знаю, в Макдональдсе можно пойти купить себе на вынос еду и посидеть здесь, поесть. Не, очень круто. Наконец-то все это у нас отступает. Мы можем выйти на улицу погулять. Я считаю, это хорошо. Не, концертный зал тоже у нас отреставрировали его недавно. В том году была реконструкция глобальная, чтобы сделать внешний вид. И он тоже сейчас светится новыми красками. Вот так вот. Не, ну красота. Да, ну так вот. Ты замерз? Также здесь можно посидеть на удобных, даже комфортабельных лавочках, которые мне очень понравились. Довольно-таки удобно их сделали. Я не ожидал, что такое возможно. И людей здесь прибавляется и прибавляется.
Мне кажется, в том году тут такого даже не было ажиотажа, как в этом году. Просто вообще, бля. А пойдемте теперь посмотрим, тоже есть зона отдыха, именно без фонтанов, где можно просто прийти, посидеть, почитать книжечку, полазить в ноутбуке, в телефоне, то где угодно. Или просто подумать. Или просто подумать. Людей здесь уже будет поменьше, вот мы заходим в эту зону. Она даже отделена специальными ступенечками, надо спуститься так, и ты попадаешь уже в нижний парк. Почему-то еще треугольнички не подсвечиваются, будет странно. Вчера не было. Вчера не было, да? Ну, наверное, и не будет подсвечиваться. Здесь уже спокойно, тихо себе. Музыка даже не так сильно доносится. А также еще сейчас покажу, какие здесь классные просто тренажерчики, на которых вы можете полазить, попрыгать, повеселиться. Но, к сожалению, только детям. Взрослым тоже можно, конечно, там полазить. Но я боюсь, как-то неадекватно будет просто прохожие смотреть. Застрянешь где-нибудь. Или застрять можно, да. Так что нужно где-нибудь украсть ребенка и прийти сюда. Полазить на турниках, на качельках, чтобы ты зашел за своего. Надо взять на прокат. И вот мы заходим уже в зону пикника, где можно именно прийти на пикничочек. Так что вы находитесь как бы в парке, и он разделен на несколько тематических зон. Не, классно, классно, конечно. Все, пойдем туда, к турникам пройдем. Да, пойдем. К качелькам. А, вон они. На качелях покачаемся. На качели там все заняты. Да, также можно приобрести здесь всякие светящие шарики, самолетики, вертолетики, игрушки, всякие разности. Их очень-очень много здесь продается. Раньше, блин, мне кажется, только на День города, либо на такие праздники, там 9 мая, День города, где много людей гуляло, только тогда и продавали. А сейчас каждый день, выходные вообще, приходите, можете купить все. Так, заходим в другую тематическую зону, это уже у нас детская. Все новое, все свеженькое. Никто не рушит, не громит. Не, классно. Я считаю, это тоже хорошо. Хотя полицейских тут вообще практически нету, да? Мы не вообще. За 2 дня ни разу не встретили. Полицейских нету, да. Все-таки мы уже ближе к Европе. Цивилизация. Да. Вот так. А также сюда еще приходит молодежь, играет на инструменте и поет песни. И причем даже очень красиво, мне очень нравится. Прям как... Сегодня у них солист намного лучше. Что-то? Сегодня у них солист лучше. Ну, может быть. Да и вчера тоже там девушка пела песенки. А вот он, жонглер здесь у нас даже. Как курортный город прям, или курортное место, да? Наверное, больше место такое курортное. Зона отдыха. Зона отдыха, где вы можете прийти, забыть все свои проблемы, все свои невзгоды и прийти именно уже повеселиться, порадоваться здесь, посмотреть поющие фонтаны.
Я считаю, классно. Да, на поющих людей. Также здесь еще вокруг сделали полностью реконструкцию всех зданий, которые находятся рядом с ней. То, что ей придает еще небольшую изысканность, то, что вы смотрите уже не на разрушенные, облупившиеся здания, а именно на новые, современные дома. Ну, не на современные, старые. Старые новые дома, так можно сказать. Всем, кому понравилось видео, не забывайте на меня подписаться. Меня зовут дядя Митя, ее зовут Юлия. Не забывайте ставить также лайки. И всем удачи, и пока.